Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума всерьез и в экстренном порядке собирается ужесточить наказание для водителей лихачей. Соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят накануне Нового года. Что именно будет грозить любителям быстрой езды, подрезаний, шашек и прочего, пока не уточняется. Решать проблему будем комплексно, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь пойдет и о штрафах, и об изъятии авто, и о заключении под стражу. Трасса 101. ГИБДД предостерегает от зимних забав в виде катания на тюбинге, санках или сноуборде, прикрепленных к автомобилю. Если автоинспектор заметит такой паровозик на проезжей части, он вправе выписать два штрафа. Один на 1000 рублей водителю транспортного средства, другой на 800 рублей буксируемому. Если с последним что-нибудь случится, шоферу может грозить уголовная ответственность. Трасса 101. Киров попал в список городов, на улицах которых доминируют «Лады». Исследование провел один из крупнейших банков. На продукцию «АвтоВАЗа» у нас приходится практически четверть всех легковушек. Иномарок больше всего на востоке страны. В Хабаровске и Владивостоке их, например, 98%. Личный автомобиль есть почти что в каждой второй российской семье. Трасса 101. Geely запатентовала в России новый кроссовер KX11. Ранее сообщалось, что его продажи в нашей стране стартуют в 2022 году. Машина является плодом сотрудничества китайцев и шведского Volvo, который они выкупили еще более 10 лет назад. В частности, KX11 комплектуется двигателями шведской разработки. Да и внешне он очень похож на Volvo XC60. В Поднебесной автомобиль продается за сумму, эквивалентную в среднем 2 миллионам рублей. Трасса 101. С середины лета следующего года все новые автомобили должны будут оснащаться круиз-контролем. Речь идет об Евросоюзе. Причем имеется в виду интеллектуальный круиз-контроль. Он будет автоматически посредством навигационной системы либо системы распознавания дорожных знаков поддерживать необходимый скоростной режим. Автопроизводителям рекомендовано предусмотреть несколько способов оповещения водителей о том, что скорость следует сбавить. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.